выползая из щели из темниц, вырываясь на фоне размытых лиц, выделяясь, зажигаясь звездой новой на небе темном, новым эпизодом в динамике магнитофоном, диаграмма с монитора отображает звук, треск старых пластинок улавливает слух, новое звучание приобретает песни, рифма над смыслом не преобладает песни. На месте старом новое произрастает, недавно четкие следы степенно исчезают, покидая рамки жестко давящей цензуры. Маты все размашистей по сумме амплитуды, никченых дисков груды, разбиты по прилавкам, убогие таланты, певцы небес и травки, отфил повысил ставки, игру ступает мох, а вместе с ним и комбинация басов и битов, душещипательных мотивов, удалых напевов, поднятых черт знает откуда и пущенных в дело. И как бы ни была система, между нами козни, и как бы не хотел казаться общий враг наш Гродий, все куда серьезней, чем год или два назад, пришел тот новый эпизод, а с ним и новый взгляд. Пришел тот новый эпизод, новый взгляд. Я путешествую в иллюзиях, в поисках духовного сосредоточия, величия. Мой путь теперь во втором блоке, в новом обличье восхождения, на новый уровень знания, остальные тексты, бетон, ритм. Мой символ 2 не может быть размытым, я работаю в перманентном прикладном искусстве. Стою на самом твердом земляном сгустке, над головой сияет святая аура. После моего траура я буду жить в рамках из мрамора. Блок 2 имеет 23 лица, черных ангелов под ним вдохом сердца. Почувствую запах нашей теста. После поражения я не поддаюсь бедству. Мои строки, как солнце, я даю освещение. Я прихожу внезапно, как извещение. Я порчу баланс, создавая шипение. Почувствую силу моего вторжения. Вдохни каплю живого света, полоскай свой разум от безумных идей. Деньги власть давят на мост людей. Они хотят больше света, но тень будет всегда новым эпизодом. Пишется статья о людском состоянии, высших и низших, лучших и худших, умных, тупых. В обществе их ты будешь тупым светом. Пытайся рассмотреть вблизи ясность моих мыслей, найти точку опоры, несмотря на злость и взоры. Духовный климат не зависит от погоды и гармонии жизни человеческого рода. Ценные мысли отмечены свободой. Мы начинали с того, что делали первые шаги вдоль пустоты и ясного света. Желание будущего было стать поэтом, понять маневры аргумента. Структурная форма седьмого элемента, глубина под полем считается миллионы километров. Внутренний импульс рождал новый эпизод, но слишком хорошо это знали. На первый взгляд нас не понимали, противоречили абсурдному уму, не вникая в логику факта морального порядка. Здесь блок 2, беги без оглядки. Здесь блок 2, беги без оглядки. Чай пили.